Люберцы стали площадкой проведения чемпионата и первенства России по спортивному ориентированию. В Томилинском лесопарке на протяжении нескольких дней сильнейшие спортсмены страны показывали свои способности в лыжных дисциплинах на разных дистанциях. Лучшие спортсмены вошли в состав сборной России. Своему старту. Вооружившись чипом и картой, лыжники приступают к спортивному ориентированию по Томилинскому лесопарку. Неоднократная участница всероссийских соревнований Валерия Макринская справилась с короткой дистанцией хорошо. Нашла все отметки за 16,5 минут. Дистанция была достаточно легкая. Главное было не ошибаться и всегда знать, где ты находишься. Мотивирует меня, наверное, цель, чтобы достичь первого места. За победой на чемпионаты первенства России по спортивному ориентированию приехали почти 500 лучших лыжников из 40 регионов. Среди обладателей золотых наград – та, кто уже прославила страну. Татьяна Оболина из Пермского края, чемпионка Европы и мира. Я выиграла чемпионат России в дисциплине спринт. А это короткая дистанция. И выбрала зимнее ориентирование, потому что большая часть времени в Пермском крае лежит снег. Все дистанции не похожи друг на друга. Каждый день новый старт, новая дистанция. Все это проходит на улице, на свежем воздухе. Показать хорошие результаты на крупнейших соревнованиях сезона непросто. Точки для спортсменов расположили по всему лесопарку. Лыжная гонка в этом виде спорта требует не только скорости и выносливости, но и интеллектуальных способностей. Главная задача – сориентироваться по карте и оставить метку чипом на датчике. Способ действия, свое поведение на местности. Надо думать, куда ехать, как быстрее проехать, как лучше сложиться. Вообще спортивным ориентированием официально занимаются с 8 лет. Но лет 5 шлифовать свое мастерство, чтобы начать показывать какие-либо результаты. В погоне за членство в сборной страны спортсмены выполнили задания на нескольких дистанциях. Спринт, длинная дистанция, эстафета. 4 соревновательных дня. Успехов на спортивном олимпе лыжникам пожелал Владимир Ружицкий. Хорошее настроение, спортсменам всем удачи. Ну, как принято, пусть победит сильнейший, ну и пусть повезет. Все-таки в спорте нужно и везение. Всем самое доброе пожелание. Из победителей чемпионата сформируют сборную, которая уже в марте защитит честь страны на чемпионате Европы. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.